Друзья, всем привет! Сегодня я хочу прочитать свое стихотворение. Я его сочинила, когда была в огороде сегодня. Представляете? Собирала смородину. Пока собирала смородину, я сочинила такой стих. И пришла, его записала. Ты меня знаешь, и я тебя тоже. Но пока что мы ничего не можем. Верю, что встреча у нас состоится, которая может в любовь превратиться. А может, вдруг все же мой стих прочитаешь, и о любви из него ты узнаешь. И сердце мое так сильно стучится, переживая о встрече, что вдруг не случится. Как хочется мне тебя за руки взять и, глядя в глаза, о чувствах сказать. Но почему так в жизни бывает? То расстояние, то возраст мешает. Но жизнь и на это дает свой ответ. Поезд. Одно, а у любви даже возраста нет. Вот бы и вправду чудо случилось, чтобы между нами любовь приключилась. Два сердца рядом стучат в унисон, оба мы знаем, что это не сон. Эта судьба, наконец, улыбнулась и подарила нам это мгновение задолгое, долгое наше терпение. Счастье, останься с нами всегда. И пусть небо светит звезда, ночью гуляя с тобой под луной, не нарушая ничей мы покой. По лунной дорожке шли мы и шли, и вели мы с тобой разговор о любви. Как же мало человеку надо, просто чтобы был кто-то рядом. Вот, друзья, вот такое стихотворение я сегодня сочинила. Спасибо всем. Всех вас обнимаю. Ваша Любовь Загорская.